наболела грудь одна. И я всегда думала, что это мастопатия. Но я к тому времени познакомилась с одной целительницей, потому что бывают, среди них бывают талантливые. Я возила дочку свою, стресс девочку перенесла, и вот это она там у меня. Ну, заодно пожаловалась, что болит у меня грудь. И она стала меня лечить, она лечила контактно, прямо вот от рук меня шла. И как-то так она мне сказала, после того, как она со мной поработала, там всякие процессы происходили в этой груди, она вдруг стала горячая такая, вот это... тяжелая, она говорит, там что-то, что находится, разжижается, оно будет так вот, ну, дрыг будет такой стекает, больше пей моей воды, пусть оно все выносится. Я ей доверяю вообще 100%. Я думаю, ну все, хорошо, руки попало. И она мне пролечила, когда сказала, ну все, рак у тебя не будет. Я даже ноль внимания. Я по нулям. Потом уже через какое-то время мы с ней встречались, она говорит, тебе там не очень хорошо было. Ну, у тебя такой застрой был. Я, говорит, не стала тебя, говорит, пугать. И опять ничего не прониклось. Ну, потом я как-то тут вот по поводу своего диабета и поджелудочной железы тоже обратилась уже в центр медицинский, где компьютерную диагностику проводят. Вот, причем такую, что вот каждого микроба, каждого там паразита, листа, там вирус у тебя все найдут, в каком органе что находится. Ну, я заодно попросила, говорю, а вот у меня тут грудь немножко поболит, посмотри, что такое. Ну, мне этот врач, ну, как бы грибок-то нехороший у вас. Оказывается, спергиловый гриб, грибок, вот черная плесень, спергилус он называется. Вот он в основном вызывает рак легких. А у меня грудинка. И мне уже врач говорит, грибок какой нехороший идет, онкология. Давай, назначил он мне частоты, я вот этими частотами, этот, значит, до полной излеченности. Я так думала, что я его вылечил до полной излеченности, свой грибок. В принципе, я немножко так сказал. Что-то там точечки нахожу болезненные, ну, это нетерпимо. И вот пришла сюда. Купила Мелс, как все мы начинаем с Мелс. Я начинаю принимать этот Мелс. И вдруг это моя грудь, которую я считаю здоровой. И вдруг она начинает болеть. Сама по себе, без всяких воздействий. Но я уже человек опытный. Я знаю, что на прощание болезни всегда громко хлопает дверь. Если у тебя что-то обострилось в этом месте, значит, там была проблема, она сейчас решает. И ну, поскольку я знаю, что у меня там за проблемы, и что она решается, я знаю, что у нас противопаразитарное действие, я вот в этом великом восхищении, что вот этот Мелс нашел вот этих недобитков, которые не смогла ни целительница вылечить, ни современная, значит, компьютерная медицина там. И вот этот наш Мелс, он их нашел, добил, да разрушил, вот уже прошло где-то, ну, где-то полгода. Я постоянно проверяю. Как мне так? Ничего не болит? Ничего не болит. Вот, вот пожалуйста, вот, вот у них вот это точечное действие. Вот находят они своего клиента, вот противопаразитарные наши таблеточки. Если понравилось это видео, ставим лайки, делимся в соцсетях, подписываемся и не забываем поставить колокольчик для того, чтобы не пропустить новых видеороликов.